80 лет со дня основания отметила Люберецкая школа номер 6. За эти годы более 5000 выпускников и особая гордость учреждения медалисты. Их больше 300. На сегодняшний день в приоритете учебного заведения симбиоз базового и дополнительного образования и подготовка ребят к освоению рабочих профессий и инженерных специальностей. С юбилея инженерной школы наш репортаж. Уникальная в своем роде образовательная организация, потому что здесь реализуются программы как общего образования, так и дополнительного образования детей. Причем приоритетом в дополнительном образовании являются программы, нацеленные на подготовку детей для поступления в техникумы, для получения рабочей специальности. Одно из самых старейших учреждений округа и сегодня идет в ногу со временем. По программе «Путевка в жизнь» вместе с аттестатами ученики имеют возможность получить специальность. Второе дыхание школа получила 2 года назад с приходом нового директора. Молодой профессионал Александр Игнатьев получил заслуженную награду. В школе витает инженерная мысль. Потому что, чтобы кто ни говорил, прогресс двигают и начинают базу закладывать учителя, а двигают инженеры. Выпускники школы номер 6 – это талантливые, очень способные люди, которые многие за эти годы достигли. За 80 лет 6-я школа выпустила более 300 медалистов. Дмитрий Боков – один из тех, кто считается гордостью учреждения. Главный редактор Зижинского телеканала уверен, что именно здесь закладывается прочный фундамент. Еще в школе учителя отмечали его способности в написании сочинений. Я писал нестандартно, и в какой-то момент меня махнули рукой. А потом, когда почитали, ты знаешь, ты пишешь очень интересно. Мне на самом деле учиться здесь нравилось. И я понимаю так, что это закалка на всю жизнь. У меня были очень умные учителя. Они не только учили знаниям, они учили думать, они учили рассуждать. Кстати, мама Дмитрия Бокова – учитель географии. Лидия Максимовна ровно 45 лет посвятила люберецким детям. Как и во все времена, сегодня учреждение особенно ценится своими педагогами. Татьяна Рахленко прошла тернистый путь от простой ученицы до руководителя 6-й школы. Им она проработала почти 10 лет. Лет до 100 расти без старости, год от года расти мудрости, скажу словами Маяковского. Ну а также здесь зажигают свечи, свечу мудрости. Скажу словами Заболоцкого, поскольку я учитель русского языка, что 6-я школа – это не пустой сосуд, в котором пустота, а огонь, мерцающий в сосуде. В этот день в адрес педагогов также прозвучали поздравления от местных депутатов и представителей общественной палаты. Многим учителям вручили почетные грамоты, благодарственные письма и знаки отличия, а также средства на оснащение кабинетов. Анна Троян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.